Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Еп, ребята, еп. Да ладно, не хватает, ты что делаешь? Ах ты, вонючка. Ты прикинь, не хватает. Все, смол банана мне еще дал. Если что, ребят, играют ваши треки за баллы. Ну что делать? Придется одну в тройку собирать. Кого, ребят, из них собрали тройку? Давай тебя соберем. Демоны, тогда, ну ладно, в любом случае, берем. Монетка, ну вам на чай. Нет. Хорошая тычка. Отличная тычка. Let's go. Смотри, вовна, не, вовну кого-то вообще не хочет. Бродобрей. Кстати, была, помните, такая карта, Бродобрей? Нежить отсутствует вообще в игре. Ну, блин. А почему ты 1-1? Ты же не 1-1, ты 2-2 у меня. Я же одного лема сыграл. Ты 2-2, ты врёшь. Даже будешь 3-3. Бабу забафать можно. Не, я понимаю, да. Но можно еще и другие карты тоже бафать. Четвёртая вверх. Треки за баллы посидят. Ладно, давай все равно так. Так, треки за баллы посидят. Ну, слушай, ну давай, твой трек поставлю. Потом все равно будем треки за баллы ставить. Маракаца плюс две эти штуки, это прикольно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Какой-то странный зверь сидит внутри меня. Ага, нашли одну нежить. Теперь твоя та... Ой. Я молчал. В смысле, ты хотел выиграть после того, как ты лапнул четвертую таверну? И нашел себе... Подожди, сразу 2-3 себе нашел... Секундочку, какого хрена? Он бабл сохранил. 2-3 дракона нашел. У него дракон, который сохраняет статы. Да пошел ты в задницу. Ничего тебе не надо. Куда ты задуваешь? Подожди, ты с рандомного получил себе тетриса? Дэм. Привет, Руслан. А правда, что комбинация через блюз с ракушками тай больше не работает? Что?
Кошмарные новости. Ну нет, это неправда. Скорее на Джаннис не попадаются. Ну, в смысле, если когда есть... Если есть наги и лемы, то Джаннис просто не предлагает, по-моему. Или просто нагами не предлагают. А нет, подожди. Наги и лемы, да, не предлагают. Ах ты, ой какой. Жестко звой. Смотри, зато стенка не нужна. Не так без всяких обосякают. Тридцать пять, что? Мурлок 8-5, что есть такое под него? Че, сколько там карт? 7, да? Жесткие фритычки, конечно. Вот карты на одном хп выживают. What? Блин. Я это что хотел больше собрать? Фак. Ну нет, давай дальше. Тити Ревентер. Тити Ревендер, ребята, Тити Ревендер. Го заберем, в общем, его, наверное. Maybe даже Синдерай продать овер Селиваза. Каковы шансы, что он сидел на драконах и раскручивал что-то вроде... Сидел на драконах и раскручивал под бабкой какие-то реборны. Наверное, шансы не супер велики. Кто смеется?
В лобби снежити, ну вот, вот, да. Мне кажется, что что-то у него получилось. Главное же в этом деле не сдаваться. Never give up, у тебя все получится. Так, уже что-то не то идет. А по тычке я вроде как уже проиграл. О, это было ужасно. Слушай, не проиграл, ничего, сыграли. Хорошо. Так, Кейнвал, давай твой трекич. Две ракушки есть. Куть за жепа есть. Разговоры ни о чем. Че, ребята, у вас разговоры ни о чем? Я попробую выиграть, ладно? Ладно, выиграем. Ну давай жестче выиграем тогда. У него карта антишиповедьма стоит. Не попал. Ребят, нужен сюрприз ментально, чтобы сделать шип вот этого чувака. Поставь, как будет актуально. Актуально, да сейчас уже актуально. Чё ты сонный? Вот тебе легкая утренняя песенка для пробуждения. Я пробуждения. Я жестко. Пам-пам-пам-пам-пам! Бодрячком! Let's go, let's go, let's go! Окей, ладно, я превращу это в сюрприз менталя. Тоже хорошо. Тоже хорошо, ребят, тоже хорошо. Работаем. Опа! 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 Что тут у нас? Здорово, здорово, здорово. Мышка еще одна. Мышка под мышка. Мышка под мышка. Так, и по итогу это чего? У чела 8 триплетов, котик или тузада. Мне кажется, что он сидит с шиповедьмой. А еще мне надо сюда поедалку найти, потом его поставить. Либо сейчас, ребят, что если сейчас продать карту и сразу поставить его? То есть я это, сука, ставлю. Вопрос насчет продажи поставить. Наверное, это правильно просто. Ну, типа, сделаем кусь-кусь-кусь, а потом, типа, еще раз кусь-кусь-кусь. Не, я продам его. Смотри, чтобы не было никаких шиповедем. Никаких шиповедем. Это тебе. Ноль шиповедем, ноль. Ноль шиповедем, ноль. Ни одной шиповедем. Я забрал триплет шиповедем, больше нет шиповедем в игре. Он и без шиповедем меня факнет. Ему не нужны шиповедьмы. Хотя подожди. Если бы Ривендер выживал, я бы его сам факнул. Всегда, тем более. Если бы тычка налево, да, я всегда выигрывал.
Трекер, пошел ты в задницу, короче. Он не шарит. Он опять не знает, что эта штука в бабле и все дела. Танос. Не хватает, а пока что роллы. Пим-пим-пим-пам-пи-пи-пи-пи-пи-пим. Накочарал. Корона достойная меня! Если у него вдруг будет шиповедьма этот раз, то есть шанс 50-50 на то, что он, ну, типа, эту штуку будет забивать. Симитаун. Не, ну мы, типа, боимся шиповедьмы, но, видите, он сам хочет стенку снять, чтобы наша карта, типа, не забивалась. Он сам хочет, чтобы нашу карту вообще не фокусили. Мечтает об этом. Куда? 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 Чё ты его отметил? Стоять! Чил, 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 чил. Не надо в него атаковать. А вы хотите ему облегчить задачу и сами стенку снять? Он сам об этом мечтает. Он просто он спит и видит такое, боже мой, а вот бы не было стенки на этой штуке. Вот это было бы классно. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.